Всем привет, дорогие друзья, подписчики, бизнес-партнеры застрахован24.рф и все те, кто следят за моими новостями ВКонтакте, Ютубе и Фейсбуке. Сегодня, 1 августа, мы решили запустить новую рубрику «Лайфхаки страхового агента» вместе с застрахован24.рф. Что это за лайфхаки? Это наш обмен опытом, который уже на протяжении года происходит благодаря работе площадки b2b.zastrakhovan24.rf. Мы общаемся с нашими партнерами, мы делимся какими-то интересными фишками и интересными идеями в продажах. И это мы постепенно будем собирать в видеоролики и выкладывать на нашем канале. Первый видеоролик – это переводы и все, что с ними связано. Прошу смотреть, лайкать и обсуждать в комментариях. Друзья, наши партнеры часто сталкиваются с проблемой оплаты комиссии за переводы, которые нам делают наши клиенты или делаем мы. Ни для кого не секрет, что часто наши клиенты просят нас, как страховых агентов, оплатить за них страховой взнос. За любые полисы. За полисы ОСАГО, полисы КАСКО, полисы имущественных видов страхования и любые страховые виды нас просят клиенты за них оплатить. С чем это связано? В основном клиент боится ошибиться в платеже, и он думает о том, что деньги привяжутся не к тому полису и будут какие-то проблемы с урегулированием. Поэтому приходится нам с вами всегда решать эти проблемы самостоятельно. Наши партнеры рассказали нам несколько лайфхаков, как при помощи Сбербанка не платить комиссию до 150 тысяч рублей. Ни для кого не секрет, что в последнее время Сбербанк включился в систему быстрых платежей. Многие об этом слышали. На сегодня для того, чтобы подключить данную систему быстрых платежей, нужно сделать следующие шаги. Зайти во все настройки, то есть нажать на данные три точки. Открыть все настройки. После чего мы попадаем в раздел всех настроек. Выбираем соглашение. В соглашении у нас появляется сама система быстрых платежей. Выбираем ее. После чего мы должны согласиться и включить входящие переводы и исходящие переводы. Когда мы включим две данные опции, мы сможем переводить до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии по номеру телефона на все банки-участники данной системы. В данную систему входит не только Сбербанк. Вы можете ознакомиться с данным списком, набрав в поисковике «Система быстрых платежей». И весь список банков появится у вас в любом поисковике. Когда вы подключаете входящие переводы и исходящие переводы, и вам ваши клиенты могут переводить без комиссии, и вы можете переводить своим клиентам и своим партнерам без комиссии со Сбербанка до 100 тысяч рублей в месяц. При этом 50 тысяч рублей у вас законно на карте Сбербанк есть в месяц для бесплатных переводов по номеру телефона. Итого мы получаем 150 тысяч рублей в месяц бесплатных переводов со Сбербанка онлайн. Ну и напоследок. Наши партнеры, которые работают на платформе b2b.zastrakhovan24.rf и совмещают страхование жизни вместе с продажами полисов ОСАГО, поделились лайфхаком о том, что если сотрудник Capital Life не знает, он должен об этом знать. Все сотрудники штатные по страхованию жизни в Capital Life имеют зарплатные карты Райффайзенбанка. В данном банке по зарплатному проекту компания-работодатель
заключила договор и предоставляет услугу бесплатных переводов по номеру карты. Чтобы это сделать, вам нужно зайти в личный кабинет Райффайзенбанка, нажать кнопку «Перевести» и выбрать по номеру карты, то есть с карты на карту. Если вы являетесь штатным сотрудником данной компании и имеете зарплатную карту Райффайзенбанк, то переводы по номеру карты у вас бесплатны. Пользуйтесь данной фишкой. Не платите комиссию банкам. Зарабатывайте все деньги, которые вам платят ваши работодатели и ваши партнеры. И донесите эту информацию до всех своих клиентов, агентов и бизнес-партнеров. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!